4 частных детских сада откроют по программе льготной аренды. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». И прямо сейчас подробности. Сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента столицы по конкурентной политике Геннадия Дегтева сообщает, что власти города предложили инвесторам открыть 4 частных детских сада в рамках программы льготной аренды 1 рубль за 1 квадратный метр. В сообщении отмечается, что льготы выставили на торги. Трое из этих зданий находятся на Гальяновской, Бакунинской улицах и Пушкаревом переулке. Четвертый объект находится на первом этаже жилого дома на улице Народного ополчения. Дегтев уточнил, что сейчас на право открытия образовательных учреждений претендует до 4 компаний. По его словам, льготная программа поможет расширяться уже состоявшимся компаниям и развиваться еще молодым. На этом у меня все. Еще больше интересных новостей столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!